Скандал в местечке Лесное набирает обороты. Факт строительства на территории памятника природы уже стал известен природоохранному прокурору ЦФО. Ведется соответствующая проверка. Напомним, на месте также работает следственная группа и антимонопольная служба. Расследуют, совершены ли сотрудниками администрации города должностные преступления. Человек с активной гражданской позицией Сергей Касьянов снова бьет в колокол. По его словам, он располагает информацией о том, что другие природоохранные земли в Лесном будут проданы. Якобы за них уже берут залоги. Речь идет о 20 гектарах соснового леса. Видел Сергей Касьянов и людей, которые присматривают для покупки зеленый уголок. С призывом обратить внимание на происходящее он обращается к Павлу Конькову. Прошу вас создать комиссию, имеющую свою власть. Включить в эту комиссию представителей общественности. У нас имеются факты, документы о том, что у нас готовится городской администрации распродажа земель лесных. Вот если вас это не заинтересует, эти факты, то прошу вас самое, мы готовы предоставить эти документы. И хотелось бы передать еще пожелание Андрею Кабанову, поскольку мы с ним стояли у истока создания «Единой России» в городе Иванове. Поэтому я хочу сказать, Андрюша, неужели мы думали о том, что когда мы создавали это самое, что вот именно сейчас выйдет это все, «Единая Россия» будет своими руками делать такие вещи?